Всем привет, мы с Машулькой рады вас приветствовать на нашем канале. Всем привет, привет! И у нас сегодня быстрая экстренная распаковка Emoji Pops. Вот такое кафе. Машенька, это, наверное, мороженое, да? Да. Кафе-мороженое. I like ice cream. Вот такое кафе-мороженое. Быстренько Машенька полюбила Emoji Pops. Ей очень понравились эти игрушечки. Мы взяли немножко пакетиков. И вот такое кафе. И быстро распаковка, потому что Маша очень о нем мечтала. Да? Да. Машина мечта сбылась. Такой мопед будет. Давайте быстренько распакуем и посмотрим, что же там, о чем это Маша так мечтала. Так, Марусик, давай быстренько распакуем. А нет, а где наше облачко, Маш? А я не знаю. А, вот, облачко. Маша, кто-то облачко наше взял. Давай попробуем облачко, может быть, это будет легче. Сейчас мы попробуем, чтобы нам вот так хорошо. Смотри, Машулечка, раз, два. И сейчас быстренько все мы с тобой откроем. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, очень даже... А тут немножко оно приклеено. Придется распаковывать так. Так, здесь два эксклюзивных Emoji Pops. Да, Маш? Да. Открываем коробочку. И ой, что-то тут все падает. Значит, такие моджики, они меняют личико. У нас так, что-то они так прям заклеили все. Опа! А чтобы не выпало лицо. Чтобы не выпало лицо, да? Давай посмотрим. Так, Машулькин, вот такой смешной. Это, Маш, мороженое, наверное, да? Да, вафельки, у нее посыпочка фиолетовая. И такое миленькое личико у нее. И надо поменять лицо. И меняем лицо. Она такая счастливая, она кушает мороженое. Оно мягенькое такое. Мягенькая резина, очень симпатичненькая. Так, второй. Это кто, Машенька? Это я не знаю. Это тоже типа какой-то мороженка. Вот у нас... Класс. Смотри-ка, зеленое. Прикольное зеленое мороженое. Тоже личико меняется. Тут она облизывается. О, как прям спряталось личико. Маша, лицо прям... О, сейчас поменяли. А, так тоже он кушает мороженое. Так, что у нас дальше, Машенька? Это. Опа, это вот такой зонтик, крутой зонтик, голубо-белый зон, зелененький, в общем, все яркое, очень красивое. Потом у нас стульчики розовые, так, давай так, розовенькое и голубое. Стульчики очень симпатичные, вот такие стульчики, классные, очень милые. Это что у нас так, для девочки и для мальчика, да, Маша? Можно? Нет. Нет, не важно для кого, пусть приходят все к нам в кафе, да? Да. Так, яблочко и пироженка. Так, яблочко и мороженое. Такой тяжеленький, смотри, может, такой прям вот пластик тяжеленький. Тут разное мороженое с шоколадкой какой-то тут. Вот так солнышко светит, лайк, короче, ice cream shop. Он открыт, open, очень симпатичное такое, значит, мороженое. Что у нас еще есть? Само мороженое. Вот как он не вынимается. Так, одно вот такое желто-розовое его можно поставить. Да, Машенька, сюда. Она там держится. Не достать. О, наконец-то! И вот такое голубое в вафельном стаканчике мороженое. Так, это вот сюда, да, Машка? Да. Так, вот. Ай, убежала. Не поставила мама. Так, и самая изюминка. Это Маша больше всего что хотела. Это был мопед. Мопед. Так, вот такой мопед. Сейчас покажу. Так, это все выбрасываем. Это все убираем. Я показываю мопед. Классный трехколесный мопед, крутятся колесики, желто-розово-зеленый и голубой, и у него открывается, Маша, открывается дверка. Ура! О, класс! И они доставляют мороженое заказчику. Опа, поставили и поехали. Так, кто у нас везет? У нас везет
это, да, это кто это, Маша? Как ты думаешь, это мороженое такое зеленое, да? Какое-то да. Фруктовое мороженое. Так, вот такой у нас этот кафе. У нас это работает здесь, да, Маша? Да. Мороженка тут работает, кафе, все такое. И мы быстренько распаковываем гостей. Значит, первая серия Моджи Попс. Открываем, кто нам попадется. Кексик, у нас есть кексик, да, только другого цвета. Да, фиолетовый. Фиолетовый, класс, к нам пришел кексик покушать. Давай его на розовый, то что он со стулом сольется. Пришел кексик, а нет, мы не показали личико. Вот такое личико, ха-ха, ха-ха. И вот я сейчас съем все ваше мороженое. Класс, вот такой у нас кексик. Быстренько погнали дальше. Вот, кто к нам еще пришел. Ой, что это, Маша? Это какой-то сок, что ли, да? Да, да. Это сок, джус, да, джус. О, какой классный, прям все-все красивое. Вот с такими глазками сок. У него апельсин сзади. Вот такой у нас будет апельсиновый сок. Тоже пришел кушать. Так. Это кто у нас, Маша? Фонарик. Красивый фонарик. Он будет освещать кафе наше. Да, когда уже будет вечер. Да, когда будет вечер, он будет освещать наше кафе. И еще один. Что это? Что это? Ой, это молоточек. Да. Ой, что-то он расстроился, Маш. Что-то молоточек расстроенный. Наверное, это он хотел мороженое. Это он просто хотел мороженое. Машуля, теперь он будет счастливый, потому что он пришел в кафе покушать мороженое. Классно, дайте ребенку мороженое, молоточку. И он будет доволен. Класс. Вот такое у нас, Машенька, получилось милое кафе. Наши гости, которые пришли покушать мороженое, айскрим. Вот такой у нас милый доставщик мороженого. Так что заказывайте мороженое, он вам быстренько его привезет. Вот такой у нас сегодня быстрый выпуск, потому что Маша очень хотела эту локацию, одну из локаций. И сейчас она будет играться, да, Маша? Да. Поэтому она разрешила быстренько нам распаковать и посмотреть, что же она получила. С тобой я буду играть. И со мной, да. Сейчас будем мы с Машенькой играться. Поэтому мы с вами прощаемся. Поддержите наших, я не знаю даже кто это, эмоции наши пальчиком вверх. И колокольчик, чтобы зазвенел, да, всех поддержать. Ставить, да, колокольчик и лайк, поддерживайте нас. И все, прощаемся с вами, до скорой встречи. Пока, Маша. Пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока.